Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Мария, и сегодня вы меня не увидите, так как я еще окончательно не выздоровела и не хочу вас пугать своим внешним видом, но я думаю, по голосу слышно, что голос у меня еще осип. Ну, давайте приступим, о чем сегодня видео. Как вы уже догадались из названия, это покупочки из магазина Fix Price. Я взяла две вот таких корзиночки пластиковых, размером они идут 25 на 17 и высотой 7 сантиметров. Хорошие корзиночки. Я сюда складываю всякие баночки от детского питания. Очень удобно для кухни. Взяла вот такую длинненькую корзиночку. У нее размер идет 31 на 13 на 8,5 сантиметров. Вот эта корзиночка стоила 25 рублей, а вот эта корзиночка 16,60. Очень выгодно. Также я всегда беру в Fix Price вот такой молотый кофе, черная карта для заваривания в чашке. Тут 250 грамм. И мне этот кофе нравится, приятный вкус. Насыпаю ложку в чашку, завариваю. И стоит такой кофе 99 рублей. В пятерочках магнитах они стоят... такой кофе стоит где-то 140, 150, 160 рублей. Так что мне это очень нравится, выгодно. Также я взяла вот такое мыло, жидкое мыло с экстрактом жасмина. Написано, что увлажняет кожу. Мыло мне такое очень нравится, удобно, что с дозатором. После окончание мыла я баночки не выкидываю эти и использую там для моющего средства, для других, например, гелей для душа. Мне очень нравится. Мыло стоило 55 рублей. Также взяла два вот таких набора подхватов для штор. Тут вот такие цветочки. И один я открыла. Вот покажу вам поближе. Вот такие цветочки. Они тканевые. Вот эти сердцевинки пластиковые. Вот тут тканевая такая. Зелененькие листочки. Все это крепится на таком механизме. И две вот таких ленточки. Я их взяла не для штор. У меня будет... я их буду использовать для декорирования детского веночка, детской повязочки. Но это вы увидите в следующем видео, я все обязательно покажу. Стоили такие наборы 55 рублей. Также на выходе на кассе я взяла два вот таких вазелина. Они были по 16 рублей. Лежали вот такой вазелин косметический для губ. Вот. Он идет со вкусом клубники. И детский вазелин с экстрактом ромашки. Ничем он не пахнет. И написано, что он идет вот с новорожденного возраста. То есть сразу с рождения можно пользоваться. Очень удобно, особенно для губ. Бросил в карман, и всегда можно намазать губы. Губы будут мягкие. И также взяла два вот таких лака для ногтей. Вот такие оттенки. Номера у них не написаны. И давайте проверим их на ногтях. Вот такой оттеночек. И вот такой лак. Тоже вот такой интересный оттенок. Ну, это все покупочки на сегодня. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, давайте дружить. Спасибо за внимание и пока-пока!